Блять, ну, блин, Лёха, ну надо, блять, а мы теперь надо пойдем, будем надеяться, что там ничего такого нет, слышишь, Лёх? Надо будет вернуться, хотя бы купить вот этот радар тебе, блять. Блять, реально пушки прокачаны, пропали его хуй все там, блять. И до какого у тебя они были прокачаны? Да нахуй они были прокачаны? Ну не нахуй, ну до хуя, блять. Ну у меня плюс 4 было максимум, я больше не качал. Нихуя, а там, блять, плюс 10, наверное, было. Иди ты, ну тебе серьезно, ну. Блин, ну а как так может быть? А все, уже перезаписал сохранение, я уже не могу. Блядь, не, ну это какой-то полный пиздец. Прикинь, как бы Ваня завопилась, если у меня такая хрень выпила. Или поцик. Ну погнали, ладно, забей. Ну сейчас я поставлю всю хуйню, подожди. Ты теперь даже не знаешь, чем огромное, блядь, оружие. Ты можешь купить себе гранатометы, если что оно не прокачивает. Гранатомета мало был прокачан, а вот эта пушка, по-моему, была пизда прокачана. Гранатомет не был прокачан? Особо нет. А я может бы еще X4 не качал, но я не могу просто дропнуть. Я мог, я вдропнул. Хорошо, что ты еще последнюю броню, может, не поставил, которую надо. Ну да. Не, ну такой бред, что как, что это за мегабаг? Как это вообще, блядь, ну? Ну чё тут доступ? Где ты опять что ли? Не, пойдём, пойдём. Пойдём. Ауди. То есть у тебя снайперка не стояла и потом у тебя на ауди? Нет. У меня гранатометка и моя сама автомат стояла. Да, патронов которые? Да. Он был супер жёстко прокачан? Да. Вообще одна тетанька причина. Ну там крыты, блядь, 10 с хуйом вылетали. Забил, а мы еще по рукаву ставим, блядь. На легкой даже. Я даже два раза проем ужал. Ну тогда еще плохо было, да, потому что там. Ладно, главное потом будет тебе поле купить. Поле и будет. У тебя поле и будет еще проблема. Поле у меня, блядь, осталось. А, поле осталось, если дорога пропала еще. Да, да. А вилки остались, да? Да. Ну лучше бы наоборот, нахуй все. Ну не, ну в смысле, что я думал, что и то пропадет. Не, ну это хуйня вообще какая-то, блядь, пиздец. Так, да. Ну это запакованное. Он как у меня пропадает, блядь, не у тебя, а у меня. Это я хвост, бро. Если бы ты качил, то меня пропал. Получается никак. Так, там уже где-то выше брони не обидно. Как вообще такое можно сделать? Не, в принципе, у меня есть один вариант, что делать. Знаешь, как это не делать? Должен левать перед лифтами и заходить в лифт. Мне реально голову так делать, это хуйня, мне кажется, это блядь. Какой сейчас делать? Смысла нету, блядь. Чего? Нахуй? А хуй сейчас делать, там смысла нету, мне ничего нету, блядь. Не, наверное, что плохо, это апгрейдишь опять пушки, потому что у него рядом можно пойдет. Блядь. Будешь снимать все во время лифтов, окей? Ну да, можно. Там лифтов так много было снимать. Да, наверное, именно зависаешь на лифтах, да? Да, да, да. Да, блядь, такая же, наверное.
А прикинь, если это была бы какая-то игра, какая-то РПГ, где там все прокачанное оружие реально уникальное. Я изучал обучение. Лёх, ты идешь? Да. Лол, мы здесь были в начале игры, мне сейчас начало ебучие эти. Как? Ебучие подсказки сначала игры показывают. Ну вот и чё, обучение. Потому что он что-то даже... А, магазин. Ну, тут есть. А, ну это хуйня. Ну, не знаю, что пока нет. А, тут аугментации, кстати, появились какие-то вроде новые. Да, у них там появились новые аугментации. Точно, одна точно. Называется переливание жизни. Помечает врагов за пределы досягаемости, когда отмеченные враги будут получать урон, ваше здоровье будет восстанавливаться. Прикинь, есть хуйня какая. Слышишь, да, легкая хуйня? Да. Ну это, не знаю, про модули. Не, ничего нового нет. А то эта хуйня, лёд не вкачан, блядь? Чего не вкачан? Лёд, блядь. Так у нас же, мы же подняли, да, помнишь, мантра D? У меня лёд один требуется, но, блядь, он у меня типа есть, но он не открывает нихуя. Смотри, чёрт. Может, ты откроешь? Может, мне это готово? Где? Он тоже. А там как-то, там нельзя, там как-то по-разному это работает. Нет, нихуя не. Фишбук, файлюр должен запрещен. Да пойдем, это хуйня, а там нечего смотреть. Там только он переливание жизни еще, что больше похоже на интересного всего. Пауки слишком жестко уешат, а это хуйня слишком. А поле вообще это мастер выживания. Даже говорить нечего. Блин, могли бы тут уже и полный магазин добавить, чтобы все такое брейдить. Прикольно, там робот такой большой паук. Не понял, даже не зайти, даже не зайдет. А, все, 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 не туда. А, о, лё, кейсик. Наверное, там просто выпали горизонтальные аптечки. Хуя там трупиков, блядь. 25 левел, да? Да, уже. Бля, ну против них, кстати, же бесполезно, хуя, блядь. Они же там будут уверены, что они сидят. Короче, побежал, блядь, вперед. Бля, Лёха, вот здесь можно было пофармить, ёпки. 25 левел. Я собрал обезьяну. Ты где? Я, ну я где-то глядя у себя открыл. Чек мне обезьяну приманил, блядь. Ты не видишь? Я, блядь, вижу на миникарте это пиздец. Там уже убежали, блядь. Я, блядь, проебал пол хп, пока менял это. Побил. Я поставил себе место этой фото, это гидравлический удар на такой. Смотри, за мной бежит толпа, алё. Вот ты говоришь, что спать. Я понял, бля. А где ты? В обезьяне не нужно летать. Чё ты там? Да я сам стык, алё. Блядь, ты что, очень далеко, алё. А, всё. Ну ты знаешь, ты будешь. Крючко, да, крючко, да. Нет.
Блять, под полем не резнешь меня? Ты уже сейчас дох. Так а смотри, я один на ответок на одну пульку. Да какой ты нахуй побежал, там вот миллион. Поставься, поставь себе гидравлический удар вместо этого, слышишь? Поставь себе гидравлический удар, лёг. Пауки, кстати, здесь, наверное, тоже хуйня, да, я беру их. Потому что мне кажется, они здесь, ну, будто пауки, они наносят, ну, типа, ну, будто, которые... Хуй знает, непонятно, как они... Даже надо еще поменять этот, дай, подожди. Аугментация, у меня на ХП стоит, хотя, в принципе, нормально, наверное. Я не ложу, я вот эту беру. Последний какой-то автоматический заряд. Гидравлический удар, боже, а что там? Уже захват цели. Реактивный прыжок. Дай-ка вот здесь лучше реактивный прыжок. Хотя не знаю, мне вот просто интересно, а что больше? А, расход 40. Телосложение повышает урон. Ну, поставлю я лучше себе, блядь, этот. Вместо вот пауков прыжок. На всякий случай. Даже надо... Астродробилка. Не, выжму что-то. Ну ладно, все, погнали. Ты готов? Да. Я продолжаю, вообще нет очков. У меня нету как вот этого, ну, этих, даже... Я начну очень медленно регенерировать, на самом деле. Ну, вот сюда мы идем, вот сюда, вниз пойдем. Вот здесь после миллиона еще челов было. И сколько, блядь. Да, вот это было полезно. А, у тебя вертолетик пропал. Да. Видел, дружок? Ладно. У меня уже все ловут печь супу. Я супер ловучу, дека. Я что-то пиздец, ну, видишь, мы убили все. Чем же я перезаряжу? Вон еще лег, нет. Сзади упал. Я ничего спаунится заново. Опять вылезли отсюда. Я могу спичь на спауне. Зря не лезет, блядь. Прошли просто не спаунит опять. Мне кажется, за них вообще иксту, блядь, минимум дают. Пойдем на. Бля, я кушаю колено. Пойдем только читалку, блядь, сюда. Да подожди, давай просто побежим, да, не уходить. Они сюда побежали, иди. Тут жирные были, кстати, блядь. А, вот. Вот сюда, странно. Бежишь? Да, понял, сейчас дохну, блядь. Блять, тут уроды еще, ебать. Я уже колено пиздец. Я понял, блядь. Вот, сука! Блядь. Ой, блядь, не надо. Я не решаю, что ушли. Это же забито. Знаешь, сколько мы, если мы отъехали? Блять, мне кажется, чекпоинта тут не хватит. Я тоже такая. Я вообще на одну пульку, алло. А что делать? Я хочу, я это говна, говна. Что нам? Надо ее будет сюда, где? Отходи. Они ушли. А, они. Ну и ладно. И пойдем, конечно, мы скипаем там челиков. Такая, ну, бля, ёбаный в рот. Попал, я умер. Ты не успеешь. Бля, ну надеюсь, там чекпоинт был, блядь. Если там часов не было, и мы начнем. Не, думаю, где там был, думаю, был. Ну да. Вот тут был.
Вот тут был люк, нормально, тихо, окей. Блин, стоп, давай убьем-то этих роботов. Сейчас я поставлю лазерку, подожди. Убьем лазер. Да что за хуйня, у меня все время, блядь, оружие какое-то пропадает. Чай же я поставлю. Туда этот. Понимающий, да, блин. Не, так он наоборот набивает. Если что, я поставил тебе. Вам не подойдет. Ты вообще нам знаешь, урон? Уже это он столько стянул, что ли? Да, это получается. Не знаю, не знаю, сколько у меня было. Там паучки еще были, да? Так я говорю, это пауки столько сняли, я тебя спрашиваю. Ну и еще удар этот дал. Не-не-не, надо, блядь. Это оранжевая такая бежевая, да, тоненькая. Что она значит? А, я понял, что знаешь, что Лёха за полоска? Ну. Когда типа челика откинет. Типа и от лучевого оружия там его мелко очень откидывает. Даже как я посмотрю, что там выпало, может, какая-то броня норм получше упала. Да, Лёх, там фиолетовая выпала. Чек и фиолетовое качество выпало. Ты что же подобрал шлемик, Лёха? Да. Да. Только шлемик. Ну так не, а у меня там больше ничего не выпало тоже. Не, там какое-то оружие, кстати, еще мне новое выпало вроде. Которое называлось там что-то Эйхто или что-то такое. Или, кстати, а что это? Нет, сейчас я вообще не понял, что это такое. Пистолет, наверное. Нет, мне не показывает. Ладно, погнали. Идешь? Да. Опять надеюсь, что здесь не эти опять чели. Лёх, полный. Я понял. Две уже здравствуйте, блядь. Бля, ну сейчас там не было чекпоинта и нам. Ну тогда там прям не было. Не было чекпоинта, ебать. Пробежим просто. Не, го убьем, вдруг еще из них еще что выпадет, блядь. Го убьем их, чисто разок еще убьем. Хотя, блядь. Они же вроде бобов нет, врагов. Эх, нет, вроде бы. Не-не-не-не, это не, уже не тот, все против. Сейчас будет сегодня будет этот. Ты правильно, сейчас же будет чисто паук, все паук здесь, все, нет, чипой, это просто супер похожая локация, все, паук сейчас здесь будет. Ой, ты опять на бочечку? Нет, уже бочки, кстати, здорово. Давай ты убивай трэш, а я буду. Да он же красный, блядь, пиздец. Рады только, что снайперка через несколько врагов, не, ну, нескольким врагам, если не стоят друг за другом на мою сторону. Это? А эти хуйни, они не дроиды, а будут. А как интересно дальше? Попробуй. Ну, давай вот сейчас успеешь, интересно. Я пизданный. Ну забей, что я вообще не расскажу. Я, меня еще полностью КП стоит. Я сам когда-нибудь был, блядь, уже. Ну, блин, не особо. Знаешь, что давай сделаем? Мы изи пройдем, надо робота поставить. Поставь вместо пугов, поставь вместо пауков роботов. Мы уже проходили это говно. Ставь он любого хуя. Поставь себе бота-защитника, поставь или бота-задира поставь. Слышишь, что там? Бота-задира, блядь. Бота-задира, я поставил себе бота-задира. Все, погнали.
Единственное, что, блядь, когда ты меняешь аугментацию, у тебя, блядь, заряд попадает, да. Это какой-то бред вообще. Ничего бы не обудили, наверное, блядь. Не, ну это опять же не обудили, блядь, но вне боя не должна быть фулл хп и всего. Да я сейчас тупо даже не смогу заюзать его, блядь, кучу времени. Потому что вообще придется один раз умереть, а потом я смогу кого-то заюзать это. Блять, паучки коцают, пиздец, конечно. Пучков я тоже, блядь, нормально отбиваю, блядь. Ну так, блядь. Все, говоришь, давай я первым сдаю робота, я сдаю первым. Ладно. Блять. Не понимаю, чего я, блядь, урон получаю. Это не накопилось, блядь? Может, накопишь и стоишь, блядь? Я, блядь, бегу, да. Что, меня убьют? У меня бочка убьет? Я не понимаю, что за... Там нет бочек, блядь, я не понимаю, у меня тоже хуйня какая-то бывает. Блядь, ну у тебя, сука, если что, у тебя гранатомет, они вообще пиздец. Ну, у тебя гранатомет, мы убили бы. Там, да, блядь. Не даёт мне сколько бежать, блядь, туда, нахуй, покупать. Не, это пиздец, я проще легкий тоже. Ну, ставь, пизду. Ё-моё, да, ну, блядь, по сути, было бы у тебя был гранатомёт, бы у тебя, блядь, не убили. У тебя, потому что ты просто там бегаешь, ты урон не наносишь вообще никакого. Так, да, блядь. У меня вообще нет привычек наносить, блядь, урон. Ну, так без гранатомёта, кроме гранатомёта, нет, сюда, я вызываю гранатомёт.
сколько урона даже. Опять что-то взрывается, блядь, я не понимаю, что взрывается. Трехлада робот. Я выиграл. Я понял, это, блядь, пушки там две ебнутые какой-то, блядь. Блять, у меня уже опять хп нет, блять. Просто на эту, как его, на... А где ты пошел вперед? Да. Сейчас я поменяю этот, я убью. Ставлю себе на... Блядь, там что-то хуёвое, блядь, очень сильно. Сюда не выходит. Подожди, сейчас я поменяю этот бой. Блять, хп вообще нету нахуй. Блять, а у меня по-твоему есть? 300 у меня, блять, хп, у меня еще меньше, чем у тебя. Магазинчик где-то есть, блять? Не знаю, нет. Море, да? Там где-то был до этого магазин был. И там не хп, а энергия, ебаная. Да, он где-то есть, что окей. А пошли, проще, наверное, умереть. Пойдем, умрем. Что на лёг? Здесь где можем мы пройти на такой, эти щиты у нас. Ой, щиты. Что, у меня щита нету, блядь. А, ты поставил? Блядь, если мы выйдем за зелёный, он убежит. Блядь, он уже убежит. Так ты поставь, блядь. Вроде бы умирай, нет смысла, ну а чё ты хочешь? Да, что на чекпоинт это? Ты где сейчас хуак и паук это? До паука. Не, ну все, вот да. Сейчас я поставлю, это зовут. Я поставлю сложность среднюю, мы здесь изи пройдем, я думаю. А что там ставить, блядь? Блять, ну вот это, поставь, во-первых, вот этот сверхфокус. Блять, ну снайперку надо, я поставлю снайперку. Блять, у меня хуёвые новости, у меня Иван пропал, блять. Чего пропал? Да хуёвые новости, он тоже пропал, блять, сверхфокус. Слушай, ну у тебя сверхфокус хотя бы не пропал,
Пропал, говорю. Его нет. Говорил, а ты же говорил, да это уже не пропал. Ну его нету, бля. Реактивный прыжок остался. Пиздец. Ну бля, ну туда это забей. С одним полем это нереально, с двумя да. С одним нет. Ну погнали, ладно, хуй с ним. Ну, ставь то по дефолту, чтобы там было. Сука. Фокус пропал этот. А он тебя пропал еще позже, что ли? Не, не было, я не смотрел он даже, блядь. Ты смотри, эта хуйня вообще зарядка. Было после этого, но вообще. Ну блять, ну мне не знаю, Саша, он уходил, блядь. Ну да, это вели, он. Что он, блядь, застрял? Ладно, он даже не повернулся, блядь. Откат я прошел. Блядь, заебись, все разбежались, блядь. Он доедет-то. Блять, вообще урона нету, нахуй. Не попадает. Да я тоже, типа, они когда не убегают, но это хуйня, блядь, это спам. Антикайт система, так они убегают, они не попадают. Себя он уже, я же перекатик все убрал, я тебя дал модуль на хп. Че, у тебя на духу больше хп? У меня почти три полных полос. Ну, не тоже. Значит, никто не дает. Сейчас как это конец игры? И ты до конца игры ничего не купишь. Ебало представил, мне кажется, это уже конец игры. Чё ты за? Ну, блядь, не знаю, мы почти уже максимальный уровень, так это же локация, похоже, блядь, на хрен. Ну какой тут максимальный уровень? 30. Там враги 30-го. А 30-го, да. Ну, блядь, урона вообще нету, блядь, так, блядь. Я со снайперки, кстати, стреляю, не апгрейдно, а на ночь. Блять, тут манцы вообще не работают, нахуй. Да потому что надо, ну так я говорю, потому что здесь нужно без сверхфокуса этот туда.
фокус, это все мусор. Там... Вот, где они. Возьми, тебе нужнее. Ну я снайперку, да, на один все прогрешил. Да что тут даже мы тут смотрим? Бля, там почки, бля. Там идите на. Я надеюсь, это просто паучики, без паучики. То есть, ну, я вижу паучиху, я сразу ставлю легкий русский. Блин, ну что за говно? Я в него стрелял, а он в него не попадает, когда он стоит сюда. Смотри, вот этот, смотри, вилла стреляет, а вот он типа внизу, я в него не попадаю, посмотри. Здесь я попадаю, всё, перестал попадать. Бегал, бегал, блядь. Какую сделать карту? Петухи на петухов, блядь. Лёг, иди ко мне. Да. Секарс или радио толкнул? Подходите, так они попадают, потому что он же поле, или нет? Тут три хуйни лежит, наверное. Вот что такое, смотри, ты взял какой-то силовик ИБР. А, это все супер мусор, да? Пушка, это которая три таких самонаводящихся патрончика пускает по кругу. Ну не знаю, по мне это нельзя, но я тут надеюсь, что нас еще выпустят в Open World. Ну, мне что-то, мне кажется, уже нет. Челики все. Ну, в этом выдох, ты же фан. Я умер, блядь. Ну, блядь, и я. Я даже не успел, я нажал... Второй, блядь, там выдох, кто-то прибежал, блядь. Нет, так нет, я UQ нажал, но я умер, ну, раньше, да, нажал. Блядь, это на... откуда нас отбросило? Вы прикалываетесь? Дико нас отбросило, дядь? А не, враги на месте, блядь. Да, патрона нет, у меня нет такого, могу не так. Могу врезать. Тут нас разъебут на таком месте, блядь. На работу глав, блядь. Блять, я уже калю на тот, это пиздец, сколько у меня дэмэджа, блять. Ну и как мы прошли это в прошлый раз, вообще не понимаю. А, я спойл как прошли. Я постоял турельку там на вход. Блин, ну такой бред, что мы там столько пробежали, и чекпоинта не было. Такая чушь, чекпоинта не было, да? Да. А у меня сейчас нет турельки, уже близко. Давайте отойдем немного назад, блядь. Нет. Так они сзади сейчас спать, держи, побил здесь. На робота там пусть не наебашь. Он присел, блядь. И что вы типа, если он тут выйдет, он выйдет? А мы его этим, блядь, убили, поэтому западали. Потому что головки не стреляли. Я взял мне сейчас, не вот этот челик миллион урон нанес, стрелил, я почти сдох. Блядь, ну тут надо как-то осторожно, нахуй. Подперло три раза. Мне три раза подперло какую-то текстуру.
Да то всех поешков заложил, блядь, они взорвали. Так я... Нас так надо проходить? Не, так я не хотел тратить. Это... А напомню, от меня вот сейчас превосход. Даже пойдем сейчас, здесь к тому мы не пошли. Вот это странно. Смотри, там еще какие-то вон роботы тоже есть. Чели. Бля, да там. Да надо убить, надо вот этого убить, делал уже два челика. Вот это очень много. Блять, у меня робот. Она сзади, сзади, блядь. Ну да, фу. Нихуя нет, он для колена. Такой же, блядь. Чего? Это такой же, что ли, член? Не знаю, подожди, вот. Вот вон здесь челики, Лёх. Иди сюда ко мне. Там вот видишь, здесь бочка. Можешь пробовать загреть их на бочку. Гудок все поставляем, да, я тут. Сука, какие-то убьем, блядь. Что, никого больше нет? Блядь, давай, аккуратно, аккуратно. Ну там еще есть один. О, там бомбочка. Кого заманим на бочку? Ну что, заманивайся, да? Дай брусовочек удаленный. Бля, подожди, тут хуйня какая-то. О, блядь. Ну все, я фул. Ебать тут голову сбежал. Взял, мы теперь знаем, где аптечка, по крайней мере, есть. Ну это купить заранее, блядь, вдруг что? А там уже кончились, смотри, ты выкупил в том магазине. Все, мы выкупили, все, лол. Там будет много челик, кто отдает. Где зря уехал, где пробивают уже несколько снайперов, видишь? Да. Так я говорю, а снайперка заебись вообще. Лёг, убегай, убегай, Лёша, беги! Вышку, убей, хорошо. Почему два еще на две бочки, давай сюда. Сзади! Вот он не снял. Блять, нахуй она. О, ладно, срать, да? Вот эту хуйню можно подождать откат. Просто подождать откат. Может мы всех купить, но жарничка не было, например. Может там покупали, ну не, ну понятно. Серега, где мы покупали? А вон они. Вот покупали. Подними на фул, ты не фул, ты полё. Ты бишь, там какой-то предмет дали, да. Туловище какое-то, ну... О, две фиолетовых пули дали на туловище, да. Ебать там бронька, нахуй. О, и на ножки, блядь. И на... А, ну голова... А голова, там только броня лучше, остальные статы хуже намного. Прямо на дохуя хуже. А хотя, в принципе, это надо... Ну... Ну штанишки дали видеть. Я к себе хожу, блядь. Ты куда идешь? Тоже пика. Блядь, 7 чекпоинта не было, я и рот ебал. А вроде мы вот здесь же сдохли, да, тогда? Это получается, мы столько скипнули до противников, и только вот сразу зашли, и мы сразу обоссали автоматчики, да, эти? Ну, если что, у меня поле есть, короче. А на все, мы их, видишь, мы их убили, они так сбежали с трех локаций, Лёг, понял? Я кору, блядь. Твои штаны, ты смотри, это куда перекач с узкими ногами. Я так ору, блядь. Посмотри, как это выглядит. Блядь, это потом конец игры, я уверен. Я понял.
Лёха, ну давай, давай, давай. Ты робот готов? Там что-то, блядь, сбоку хуёво. Ну, там жирный, блядь. Здесь надо внутри еще стоять, Лёха. Мы не можем убегать, мы должны внутри стоять. Да. Понял? Я даже внутри стою. Блять, ну тут без этого поля твоего. А ты где? Я не то что. Я тут гранатами здесь надо, я тут виноват. А чё роботов не могу убить? Опять роботов не могу убить. Всё, мана надо. Да. Блять, у меня хп скоро закончится. Нет, есть пули, есть пули. Я умер, блять. Я, блять. Ладно, нам чекпоинт. Ну ты слишком жирно, бухуя, блядь. Нет, у нас просто сейчас надо гранатомет поставить. Я сейчас записал гранатомет, а после тебя бухуярил и было плохо. Надо гранатомет поставить вместо снайперки, ща. Я просто... А у тебя может быть... Посмотри, может, хоть что-то выпало подобное. Хоть ну, что-то такое сильное. Посмотри, может, у тебя уешь, как это выпало. Там же еще гранатометы выпадали какие-то. Да нихуя тут не выпало. Блять, ну посмотри, что у тебя ни одного оружия нет, посмотри, что... Дробашек только надо поставить, спокойно. Блять, ну дробашек тоже, кстати, выглядит уже лучше. Даже обилки... Только вместо чего он ставит? Там же роботы эти ебаны. Там, там да... не роботы, там не роботы, Лёв. Не роботы? Там жирные просто с щитами, и всё. Ну выбери, бежать, не знаю. Есть дробашек. Боже, вот и пауки. Бля, ну просто, сука, был бы у тебя гиперфокус, мы бы изи прошли вообще, блядь, без проблем. Выбери, что типа, у тебя нет гиперфокуса, это пиздец. Был бы гиперфокус, ну... Просто вообще такая, вот, блядь, сделали бы, блядь, хуй большой, блядь. Ну почему я просто сейчас сдам сразу гиперфокус, как только они прибегут? Да ну никак, как много станет челиков, да? У тебя, кстати, не хп подчёрт. А так а у тебя точно нет ни, хоть ни одного гранатомета? Там был куча гранатомета выпадало. У меня 4 штуки раз. 4 раз. Чё, ты делай? Чего? Чё-то жирных нету, ты сложно вспоминал? Нет, я уже типа уступал, мне уже хп нет, я уже я умер, но... Я тебе не резал. Да мне ты умер. Да мне просто резал, нельзя давать себя резать. Без меня, короче, гранатомёт говно. Я слишком с ним не мобильный, блядь, пиздец. Не знаю, ладно, пойдем. Например, сейчас я даже не обожаю, я вместо гранатомета что-то поставить, я не могу, он... Не-не-не, он нужен, блядь, у меня просто начал с автомата. Бегать, просто нельзя, чтобы тебе милишники резали, они слишком много урона наносят. Да. Как-то я вообще от них забил выбор, что я бегал, да, как обезьян, вообще, может, как-то... Чтобы как-то... А что будет, если ты будешь стоять вне? Вот ты... Я, ты будешь стоять вне, а я внутри. Какая разница? Мы так разделим силы, и челики не будут нас огрыться. Вдвоем. Он так попробует, слышишь? Не со всех сторон. Нет, я понимаю, но смотри, типа... Ну, всё, видишь, всё, оно идёт. А ты зайди внутрь. Быстрее оно идёт. Нет. Ты внутри. Она не лишняя, когда я тебя резал. Ты тут что такое все желтое вообще? Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне, Лёха. Ну это красный пиздец. Он меня сейчас опять ударит. И вот меня сейчас начал лагать. Ну рыба там, да. Что? Блять, экономи, пиздец. Я сейчас бог.
Ну да, мне почти отката, поля. Жирный, жирный сзади тебя. Блядь, ну поздно. Там милейшки сзади. Турелька есть, турелька. А у тебя смешно, ты что ты на G стоит? Робот. Не на G нету робота. G это место гранаты. Ринка. Блять, я умер. Ну это же что. Вот робот есть? Очень интересно, ребят. Блять, ну сука, ну такой бред, что по пути нет такой ебучего магазина. Нет, блять. Да не можешь, если бы у тебя был бы киберфокус, мы прошли бы вообще, блядь, даже не думая, нахуй. Такая хуйня, ну зря ты не проверил тогда сразу. Я тебя спросил, у тебя есть киберфокус? Ты говоришь, а, ну киберфокус есть. А оказалось, что его нет. Вы знаете, я тебя спросил, даже Лёва, у тебя киберфокус есть? Да, да, есть. Я, блядь, не слышал, что ты спросил. Блядь, ну типа самая мега ебо обилка, которая вообще, блядь, а, лол. Мы прошли, чекпоинт был. Ну, может, не видел там время, типа, блядь? Да, чекпоинт был. Так проверяй, чекпоинт был, да? Это чушь, блядь. Не, это лаг, нахуй, наоборот. The extraordinary moment we have all been waiting for is at hand. Throughout the history of this galaxy, there have always been times of tremendous change. Different species harness the power. Мне того стоило было, видимо. Ну я, наверное, думаю, да. Блин, ну сука, мы опять, мы даже не можем нормально повоевать? Пофаниться, потому что для этого говна нет. One last barrier has always held us back. Travel between worlds has been slow, arduous, and done at immense cost. Now that will change. With the Menshen portal, we will travel instantly among the stars. With it, we will control the galactic market and restore the Ascent Group to its former glory. Ascenders for the Ascent Group! Impressive speech. If those deluded idiots only knew they're working for Malhorst Gelb. Ah, the irony. Team, passion, commitment. Open the Menshen Gate! Челик уражен будет. Ренки, вот, блядь. Ну, да, мы их убиваем просто. Ну, хуйня там, блядь, сколько, насколько она жирная. Смотри, сколько она хп сняли. Я этим, блядь. Не-не, она не наносит урон, так ты не наносишь урон. Не, надо убивать челика просто. Ну, это хуйня, как. Я его удар не отдал, видимо, блядь. Он не отнимает, нихуя. Может, его в этой ходе надо делать? Нет. Что-то шмота, блядь, падает, пожалуйста. Ну там ничего не снимается, блядь. Нет. Даже с кнопку там была. Это почему? Нет.
Не дать вот там еще не открываться. Ну тогда, ну это все правильно. Ну, я и не знаю, видишь. Что мы должны делать, я не понимаю. Блять, у меня там была аугментация, которую я не поставил. Хотя нет, чтобы я ее поставил. Знаешь, какая она здесь поможет в этой хуйне? Ну. Захват цели. Короче, помечаешь челиков, когда они умирают, ты килишься. А где эти врата, блядь? Может, откуда эти ноги-то вылазят? Не-не-не, ну вот эта врата, да, открылись, куда щупальцы полезли. И вот, ну как их КП наносить, я не понимаю, я пробовал стрелять, что-нибудь. И знаешь, как вначале что-то их сняли, я вообще не понимаю. Олег, знаешь, мне кажется, мы им ничего не сняли, посмотри. У них не спереди, это просто отступы в КП-баре. Не, ну там есть маленький отступ. Так он не здесь есть, есть, он спереди есть, Лёх, он спереди нет, есть. Нет, там нет. Там прямо поле серое такое. Блять, ну не зря же тут женки тут падают, может будет ремки на айфоне? Да они просто кидают. Нет, ремки у меня выпадают. Не, мне кажется, куда на жертву. Да ебнись, ничего не отнимает. Тут и времени нету, блядь. Надо просто убивать челиков, блядь. Ты мне не резнешь, блядь? Ну мне тоже ничего. Непонятно, что тут, блядь, делать. Сейчас же я поставлю, надо. Я сейчас попробую там эти. Сейчас поставлю. Может, там оружие какое-то специальное, блядь? Во-первых, навыки я не прокачал. Не-не-не, подожди, сейчас. Я навыки вверх прокачаю там больше. Это, во-первых, сейчас я потом снаряжение другое поставлю. Всяк сейчас. Я аугментацию другую поставлю, уже вот где на гиперфокус, ладно, гиперфокус, вот, подожди. А, нет, захват цели, а, нет, нет, все-таки то я так и не купил, да. Не, я не покупал, как и, обжал гидравлический удар поставить вместо гиперфокус, здесь это влияет лучше. Ладно, погнали, не знаю. А, мне теря очков, потому что я поменял. Не знаю, Лёх, не. Ну пойдем, ладно, погнали. Не, ну смотри, вот смотри, видишь, КП столько я стал. Ты посмотри, вот сейчас полоску, столько и было, Лёх. Ты ничего ему не нанес. Ну да, 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 да. Я тебе сказал, не. Смотри, единственное, что у меня как бы немного, ну как бы, успокаивает, там потом начали жирные идти. Понимаешь, уже жирные вообще. Это значит, что как бы мы и сделали сюда прогресс, потому что где там реально надо тупо много дэшки. Или 10 где будет баг в игре, должен был идти таймер, кто-то будет таймер, да? А его нет. А что это шлюха? Меня, блядь, обоссали как лару, блядь. Я нихуя не знаю. Ну это обезьяна, да. Ну это вот эта, которая главная у них была. Так меня, блядь, вообще не обоссали. Кого ты стремишь? Блядь, я застрял. Слишком доходит челика было. И что, и как тут вообще это делать? Ну мы поняли. А, да, 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 да. Вот. А я буду тебя дефать. Давай поле ждать, пока ну, поле будет, тогда ты будешь этого. А смотри, так там милишники, они подбегают к полю смысла. Я буду дефать. Пытаться. Погнали, сразу надо. Надо две одновременно нажимать. Вот они будут с тобой, типа кто-то тебя нажимает. Я не могу второй нажимать, понимаешь? Это я все уже в минус все попасть.
могу нажимать почему-то, блядь. А, они со временем, типа. Блядь, у меня тут нет. Они через тобой нажмут поле. Давай, давай, попробуем. Зайди мне Петра сейчас. Лучше меня убить. И бой не работает. Не, ну это хуйня, это не помогает. А что я делал? Ну так они чудо. Жаль. Я ничего не сделаю сейчас. Ты, ну такой бред, что нам не будет закупиться во время перед последним дракой. Это такой бред вообще. Кто? Чего ты слышал? Сделали нам какой-то там телепорт, открыли еще что-то. Нет, тебе же не. Давай, короче, для белки купим. Ты, блядь, эту хуйню, а я, блядь, его удар. Не, так алгой удар тебе он еще надо, давай, чтобы что ты будешь там убить. Да, вот когда ты будешь. Я не дал поставить эту хуйню, я не поменял. Я не поменял это говно. Мне не нужно вот это. Мне вот это поле не нужно дальнобой, это мусор. Давай его. Да, я убиваю. Ох, это будет. Они брутые будут. Да не стреляйте мне вообще, они не чините, на него хряст помогу. Где это Тревор? Хуйня, она по центру. Давай, дядь, сейчас. Да я же удар, да и. Давай, 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 я эту пушку дал, давай, я стреляю. Блять, меня зажали вот эту помойку. Я не мог знать. Ты меня же залагало. Снарядов у меня лагает игра. Ну я не могу ничего, у меня нет урона, блять, сколько челиков убить. Блять, хлопани мне, хлопани мне. Ну я убил этих челиков. Блядь, миллиметр осталось, забей. Так я там строю еще две. Ну это мне просто так меня ничего не дает, это. У меня удара нет. Я у него удар. Ну поставь сейчас. У меня нет. А, ты не купил? Мне нет, я не. Да, мне не. А, не, у меня есть, типа. Это с волнящимися ракетами что-то там? Ну там три ракеты нарисованы. Сейчас, да, вот это вроде было сейчас. Да, называется независимые самонаводящиеся ракеты. Ну, три ракеты иконка, да. А то у меня нету энергии вообще. Подожди, стой, сейчас я поставлю пауков, подожди, нахуй, не, это говно. Гидравлический удар, мусор, блядь. Там еще мародер какой-то есть, ладно, пауков. Погнали, все, я поставил. На встречу надо умирать, потому что у нас не будет очков, потому что мы поменяли это говно опять. У нас нету теперь, что поменяли, нету. Ну да. Ну давай вдыхаем побыстрее. Давай, давай, так нет, нужно. Давай попробуем, ну похуй просто чисто. Ну давай, давай, давай. Ты, давай, нажимай. Я. Я не помню, они вообще, они по ней стреляют или нет? Они ее бьют? Или все клипы сам бьют? Объясни мне, ее бьют эти клипы или нет? Не знаю, блядь. Блять, где ты забыл? А меня нет. Блять, да что я против беру? Может у меня упор там ничего не делает? Сука, опять миллиметр остался, забыл. Я не видел эту хуйню, ты знаешь, там даже не видно. Я бегу, убираю стену, там все, блять, красное, там блюри. Я вообще ничего не вижу, ладно, вот сюда, если нравится, нас не было. Вот сейчас, да? Я жугер сразу. Там не видно, я убираюсь, убираю стену, и там ничего не видно вообще. Ну это пиздец, это опять арена, зачем делать эту арену с перепадами высот? У вас вообще не работает эта механика, это кусок высранного говна. Она вообще не работает, ты не понимаешь, как ты плохо уходишься. Давай сейчас огрей на себя, я попробую. Ну вот я выстрелил ракету. Это ракета? Ну а как нам теперь выжить? Здесь слишком много противников, без поля мы не выжим вообще никак. Тут же 102 поля. Ну давай дефаться, блядь, пока она не откатится. А потом завыжишь. Блядь, я тоже. Опа, я сдаю. Не вкач, давай, да. Я уже плохо бы проебал. У меня, блядь, миллиметр вообще остался. А как ты дышишь? Я же. Я не знаю. Вот, да. Не, надо легкую стать, нереально. Это, блядь, у нас миллион с тобой голды, миллион очков прокачки, а мы ничего не можем прокачать, потому что магазинов не было нигде по пути последние 3 часа. Чего легкую, ставим тебе пизду.
какую-то, нет смысла никакого. Это какой-то бред просто. Сука, ну вот кто это делает? У нас меня миллион. Я думаю, это не конец, блядь, еще. Я уверен, что это конец. Я уверен, 90%, что это конец. На 90% поверну. Я послал Лёху, погнали. А сейчас стоп, здесь магазины вон есть, чтобы что и что у них в аптечке. И что? И для чего они нужны? Типа, а, чтобы мы типа могли гениально. Так мы не вернемся туда. Я знаю, так я и говорю, что лучше. Я писал Лёху, короче, не знаю. Ну ладно, Лёху, кстати, я пизда убиваю быстрее, чем могу. Ты нас уголёк, чё-то, я не буду убивать. Не, пизду, да. Лёх, ты жив ещё? Да. А ты второй? Нет, я вообще бегаю в акцию. Давай нажимай, я этот пулю бью. Сейчас нажимай сразу, я иду. Бля. Ну давай, давай, давай. Я сам нажал. Я умер. Ты умер? Я не знаю, как ты меня убил. Я был пол хп, даже больше. Там челика духу. Там не эти, блядь. Нечаянно она были. Ой, блядь, ну это легко. Это же ты на легкую не нужно вторую активировать, блядь. Не, это хуйня какая-то. Не знаю, ракеты мусорные, бесполезные. И поле бесполезно. Не знаю, все куда бесполезно, блядь. Это какой-то бред, блядь, против мили. Блядь, против мили юнитов сидеть на месте 5 секунд. Как это вообще можно пройти? Вот просто я хочу пройти. Ну, часть пока робота, наверное. Может, вообще их не надо, блядь, пустить, а роботы маленькие бегают. Так это не роботы, это крипы. Нет, Лёха, не смотри. Помнишь, мы тогда бегали и нас не убивали, мы миллион времени бегали. Знаешь, почему мы миллион времени бегали? Потому что пока ты не активируешь эту хуйню, мобы не спаунят. А вот как только начинает, надо убить их, а потом активируют след. Очевидно. Они нас активируют миллион подряд. Нужно убить вот этих вот спауники, вот этот спаунчик, вот этих мечей. Нужно охуя-то их, надо убить их сначала. Так они все равно спаунятся, пока бегают. Но мы тогда делали, там так не спавнились, это была ракета. Не, я типа имею в виду нет, но... Дай мне их выглядеть. Я не знаю, кто это делает. Нет, так я говорю, вот смотри, эти телекинезы, они не спаунятся, вот дополнительные эти. Как? Вот эти дополнительные не спаунятся. Видишь, их меньше стало. Видишь, их меньше стало. Надо убить просто, то есть вот смотри, запустили одну хуйню. Убиваем всех, слышишь? Ну. Ой, я сейчас поставлю поле, пизду не будем, нахуй, это ракета, ладно, ракет, ладно, ставлю. Сейчас я вместо пауков поставлю, пауки все равно юзаю, сейчас Я поставлю поле, короче, смотри, запускаем вот это первое говно, а, ну срочно нужно умирать, если будет. Ну просто сейчас попробуем это сделать, давай. Давай. Короче, типа мы сейчас запускаешь, ты быстро запускаешь первое поле, первое запускаешь, а то его можно запускать сразу. Нет, ну как я не попадаю в ухо? Ну вот, его теперь убиваем. И потом попробуем убить всех. Вот чтобы это... Ну ты понял, короче, да? То есть не вот этих мелких, а вот этих вот жирных с автоматом. Ну ты их убить надо, Лёха. Иди ко мне, иди к этому. Да. Сейчас щит туда, а, начинать. А где это, блядь? Здесь, я вверх. У меня все щита нет. Да мне пизда сейчас, блядь, будет. Так ты ко мне добеги. Вот, смотри, Тём, видишь, мы солдат почти убили всех. Остались только мелкие эти, убедцы. Вот если они останутся, они туда будут жать. Ну вот, видишь, что я имел? Вот, ну все, давай, иди, жми. Блядь, не вовремя, нормально, все, я ж затаймал, вот. Шанс, что мы левел повысили. А вот ты тоже турель поставился или это в радость? Ну да. На вратометный, во-первых. Ты... Да я нажимаю. Я у меня не нажалось. Я прыгал таймер, я не нажал. Я просто нажал, а ну пух не нажалось. Ну да, блядь. Ну давай, надо... Ну я же сейчас дохну. Да, вот это не нужно. Это мы хп еще погибли там.
Я тебе 5 миллион челиков заспавнил. Сколько я хотел нажать, миллион челов заспавнил. Я тебе 5 миллион. Нет, ну это смешно. Мы третью не разу задали, да? Они просто кай. Это напомню, это уже Лёха. Лёха, всё, у меня есть ракета, пойдём. Мне будет ТП, блядь. Ну чё, трясся, когда двоих, блядь, ну ты знаешь. Видишь там новые челики вышли? Да два я... А, но нет, по один, одно и вло. Ну это мало, ну это дохуя. На пом. Ну не знаю, тут, блядь, надо просто как-то нужно как-то, чтобы как-то кто-то кайтил, как-то там по таймингу нажимать, там можно сделать. Мы сейчас вот сделаем, потом мы сейчас левел, конечно, получили, покились. Просто, ну там сразу опять проебались, мы не сделали, типа. Это чем? Таланты хотели, оба на ручку. Таланты надо было, как с ним было. Чего еще запить? Таланты, наверное, надо было, конечно, хотя бы. Нет, так таланты прокачивай, давай, ну давай, быстрее, давай, ну нажимай, что ты хочешь. Блин, там еще резается, пиздец, долго. Блин, надо убить, да и телеков надо убить, они реально не будут спавнить. Блин, катанов, пидорасы, не будут. Блин, 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 телеков можно же не пытаться убить вот этих мелких, надо убить именно вот этих автоматчиков, слышишь, Лёх? Ну, понял. Да, это же мелких даже не, ну, может, не пытаться убивать. Это пиздец. Я юзал со мной удящий ракет, знаешь, что произошло? Оно ударило не в ближних, а в дальних, и мне похуй поймало. Я хотел нажать, там был тайминг, я говорю, сейчас убьет всех, кто... Рядом, ну, ты, что произошло, ты догадал. У меня теперь ни мана, ни хп, и ты уже в получке. Лёх, нам нельзя получать урон. Блядь, ну это ты не должен получать урон в принципе, пока не нажимаешь, значит. А как я не могу получать урон? Вот же сильно, блядь. Включай, давай, блядь. Видно, всех убили. Ну надо всех убивать, блядь. Не, ну там не всех, ну типа. Да ну тут что, там пиздец, там не научили как-то. Да тебе опять застрял. Я опять застрял. Я опять берел ХП прыгал, потому что. Ебучим кухне. Да это зачем эти углы сделали? Чё, ты где? Ты где? Да тебе опять могло застрял. Ну сука, опять могло застрял, но это опять пиздец. Ой, это на. Это тебя лагает игра, я вижу, это 30 FPS сейчас было. Это тебя тоже сейчас вышло, да? Потому что я не знаю. Видел, я таймер поймал? Да. Я его убрал. Это же так, бля. Благодарю тебе, ты что-то еще ракет не можешь дать. Мы с третьему не можем, вообще, во сколько здесь уже ХП, блядь. Ты только ХП не знаешь, блядь. Что там? Побежали в первую... Первым, блядь, скажи мне. Чего? Блядь, я понял. Ну, не знаю, нам надо возвращаться в первую карту, мы не пройдем. Это нереально, не пойдем. Надо возвращаться в эту хуйню. Нам, не знаю, нам слишком далеко бежать. Это, кстати, было это было все-таки легкая сложность. Если что, это была легкая сложность, это уже. Уже давно легкая сложность. Почему два раза подряд сдохли? Не знаю. Ну не знаю, что-то мне кажется, что я не вижу. Ну это такой бред, вот сука, ну как можно девушек нельзя было закупиться, ну прикинь, нахуй, я не знаю, нахуй, это, блядь, как... Блядь, нельзя, ну вот во что ты играл, я даже не представляю, что ты такое играл, чтобы с чем сравнить, блядь. Да я выключаю два депа. Знаете, весь вы сейчас сразу там защитить, чтобы я не на год. Я не на год убрал, что я не знал, да. Я тебя плюю, что щит на бью, пиздец. И ракета в очко дал, и сейчас у меня урона получит.
ну естественно я не попадаю под этих челиков, блядь. Да, да, да. Ты сдох? Нет. Я отвел там челика, там проход, кстати, едет, блин. Если их откачивать, то можно в теории из гранатомета не попасть. Да ты же, блин, если тебе было бы щит, было бы пробовать, когда дым под щитами, дэп. На дым под щитами, потому что я все равно где-то, блин. Ну, посмотри, я его, смотри, я его тут наложил. Смотри, что я его наложил. Что это снайпер. Ну, это нереально, не знаю. Это мы два активируем? Да. Я, ну где-то я хотел, типа, у меня нет, что я дал пулю, у меня нет его ракеты. Я еще не сделал. Я одна типа. И сука, я на одной аптеке. Блин, ты чего, подали бы аптеки нормально, блин, постоянно. Там вроде и лежит маленькая аптека здесь. Ну, блядь, 10 больше сделал. Не, ну там не легко. Нам придется не возвращаться ничего. Ну тупо, ну мы не, ты не можешь. Все, хочу, ну да, резни меня вопрос. Там челиков не так. О, сейчас. Сюда, подальше, от того, что, блядь. Я сюда. Блядь, ну тут не уходит, никогда не могу. У меня же много раунда, блядь. Ну мы не можем, мы ни разу не. Блядь, ну такой, блядь, а как это мог не проверить, блядь, поле ебучее? Пиздец, ну, мы теперь не знаем, мы не пройдем. Блядь, ну за нам минут... Нам только минут 20, наверное, бежать до этого, нахуй, до магазина. Это легко, это даже не, некуда. Ну дай вот они летят согреть, да? Да, я нажимаю. И сначала труп ударит. Ну, гоу, дай попробуем сделать. Гоу за мной, гоу за мной, гоу за мной. Вот сюда, вот сюда, вот этот гусь, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот сюда встань, я юзаю щит, иди сюда быстрее. Вот еще и отстреляем, пробуем отстрелить его вот этих челиков, которые вот, ну, не мелких, а вот этих, понял? Автоматчиков, хуячиков, вот их отстреливаем. Так поле сейчас закончится, да? Вот надо убить, сколько ты тебе не спеть. Ну что, теперь беги, беги, давай беги, быстрее активируй, быстрее, там никого нет. Быстрее, ну что ты ждешь-то? Да, блядь, ты видишь, я не могу так быстро. Давай туда откатить тогда, блядь, и бегать. Что-то типа делать, да. У меня уже поле скоро откатится. Я меня щубью. Там слишком много челиков. Ты идешь за мной или ты остался? Да блядь, я заснимаю в этой помойке, не лучше, блядь. Дай, блядь, ну я не актив. Ракеты, да, ну блин, ну да, спасибо, если бы у тебя было поле, блядь. Пиздец. Пиздец. Ну там слишком много, ты его сколько там челиков просто. Тебе надо подумать. Я ебал, ты снайпер купил сейчас. Посмотри у себя гранатомет. У тебя точно есть гранатомет, 100%. У тебя не может его не быть. Другого гранатомета. Ну как он называется, другого гранатомета? Он выглядит большой пушкой. Бутсплит. А нет, это шотган, нет. У тебя знаешь, что может быть? А нет, это все дробовики. Подожди. А, да, нет, кстати, окей, ладно, нет, дробовиков, значит, там только дробовики, да. Окей. Ладно, кстати, GoPro сейчас я откайчу это, слышишь? Я пробую сейчас откайти и с гранатометиком будем откайчивать чего-то. Блин, ну, смотри, видишь, было бы у тебя поле тоже, мы могли бы так просто откать бесконечно стоять, под ним и все. Не знаю, мне так горит жопа, чтобы не можно... Там уже на легкий не можем пройти. Да, месяц будет челик. Все, пошли, пошли сразу, пошли туда, пойдем. Пойдем. Быстрее. Только не прыгай, меня перегибал, чувак. Я, короче, блядь, там мобы резаются, я понял. Что, она еще не... Там мобы резаются под ним. Я нажимаю.
смотрю, как обычно ракеты летели в какую-то яму. Что я на то? И там еще чел какой-то именной заспаунил. А мне нету, это хуйня, я ракету стал, сука. Ну, забил. Ну, блядь, ну, сука, ну, это нереально, ну, за тайминг, типа, мать, это нереально. Я предлагаю... Мне кажется, в лупу. Я тебе знал арест, блядь. Блядь, этот мабы маленький. У меня только щит ракеты, блядь. Давай, 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 ты не резаешь? Ты пускаешь? Да. По-моему, третий. У меня есть, у меня есть. Поле у меня есть. Нет, такой вообще, блядь, нет. Сейчас я турель поставлю. Блять, ну без данных. Не, как я говорю, сейчас будет точно. Блять, ну я. Ай, ну мне даже это уешка не взрывать. Ну, не знаю, не. Не знаю. Не, стоп, знаешь, что мы не пробовали? Поле хуйня. Ставим ботов, роботов ставим. Только я специально самого толстого. Вдруг они. Главное, чтобы смысл что. Знаешь, как делать? Смотри. Убегаем вот сюда. Поставь робота-защитника. У тебя же есть робот-защитник, или тебя только задира? Задира, стрелок. Ну ставь задиру туда. Короче, смысл в чем? Смотри, мы отведем их сюда. А все равно сейчас у нас не будет опять протов, нейтронов, блядь. Бля, ты что, поставил? Mm-hmm. Ну все, пойдем. Ой, такая хуйня, блядь. Короче, идея в чем? Что мы откачиваем, вызываем роботов, так? Челики огрятся на роботов, и мы в этот момент это. Ты того подала бы себе челика в аптечке, реально. Ну что, пойдем, пойдем, пошли, 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 пошли туда. Бля, это, блядь, ведь застрял где-то в очке, блядь. У меня робот-роботов, у меня робот не закапил. Ну пусть вот так делаем. Я здесь считаешь нет. Ну что, давай, 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 иди, 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 иди. Ну спамните, подбирайся, блядь. Нормально, я убью сейчас. Нормально, там два челика, тёпки, туда, чё у тебя. Сейчас робот будет. Убился почти. Ну может нельзя прям, блядь, уже колёный, понимаешь? Там еще не будет. Ну вот там нельзя, надо, блядь, куда-то другое место заставить. Какая турель тут там? Ты был, ну все, блядь, надо. Блядь, ну тебе, ну как я, и не как ты мне равномерный урон распределяешь. Когда ты умираешь, типа, я тоже не вижу. Там еще именной чел засмаунил. У тебя робота нету сейчас? Нет. Я дрочил долго, я два раньше. Ну пиздата тут, это верно, понимаешь. Ну пиздец, я вообще даже не смог удержать забей. Да нахуй. Не, у нас нету, просто роботов в начале не было. Мы бы можем. Ну поставляйте. Я не знаю, куда их вызывать, блядь, чтобы они не хуярили фонарь. Ну, надо как-то, ну, блядь, не забыть, когда эти все убираются, тоже у тебя нет поля. Вот все убирать, его можно было бы просто откачивать поле, посмотреть робота и поле, откачать именно на поле, типа. А так мы не можем, что у меня поле качается, у тебя поле нет, типа, и все. И мы, говорю, мы третью один раз, только один раз поставили с тобой активировать, Убиваю. Мы только один раз активировали третью. Когда это? Как его? Смотри, ну стоит, говно, ну эти жирные, ну это просто мы выпустили, у нас нет урона их убить. Как это говно убивать, оно просто... Проблема в том, что там, блядь, когда если даже ты всех откатил, там, блядь, челики рисуют. Нет, так мелкие это хуйня, я их могу убить, когда они тебя бьют, когда они тебя бьют. Блядь, почему они друга не бьют, я не понимаю, почему они все атакуют нас, это вообще никуда не логично. Давай, давай, смотри, Вот, мне все равно лица. Мне надо турель накопить. Мне там слишком много челиков. У меня робот есть, блядь. Блин, эти мелкие, они почти перекрывают урон, блядь, уже там мёд, это пиздец. Что вас не заменит вообще? Там смотри, сколько челиков, блядь, пиздец. А, блядь, урон, я тут, да. Я тут робота ставлю.
я заряжаю, не убираю. Ну, давай, давай. У меня уже нихуя нет. У меня есть, у меня есть робот. Ты робота даешь? Нет, еще не даю. Я пиду и отдаю, значит, я могу отдать. Это слишком много. Блять, прикрой меня сейчас. Давай, давай, остальные стрижки. Убей последнего, хорошо. Сука! Ну там злодея, блядь. Там стрелок был ебучий, а у меня нет. Ёлка, ёлка, новый уровень, Лёха, это шанс. Я жму похуй. Я на пол хп, что меня не убил. Подожди. Всё, я на пол хп. Это не убили, блядь. Почему наш новый уровень? Сколько мы тут брать сильно, блядь. Не, ну если не конец игры, не знаю. Что-то мне кажется, это конец игры. Потому что все, мы разгадали план, убили эту соску, все. Все, это все. Ну что-то у нас слишком изи было, бля. Очень изи. Не, соска изи была. Я понял. И сейчас их обоссут все, да? Я не знаю. Well done, operative. That thing almost destroyed the gate generator. It'll be some time before we can get the prototype functional. Игру, это конец, скорее всего. Malhorst Gelb might have failed to acquire mention, but they did succeed in destroying the ascent group. But they did succeed in destroying the ascent group. We know Noghead has told you the truth behind Protocol 61A, that Y-Corp was incepted as part of an ascent group emergency backup plan. The subterfuge was necessary. We had to avoid unwanted Malhorst Gelb attention until we could ascertain the scope of their powers. The original intent was then to revise the Ascent Group, but certain powers have decided that this will not be. The Ascent Group AGI will be taken offline again, and the hardware repurposed. The damage caused was too extensive. Y-Corp owns Menshen. The Ascent Group will remain dead, and Malhorst Gelb will be confronted in due time. What's left of the Ascenders will be repurposed. You did your part in all this to the best of your limited abilities. Your contract is hereby fulfilled. We have upgraded your status in the Intercorp database, and you are now an independent contractor. The usual NDAs are of course in place. Speak a single word of this, and we will have you terminated. Nice work, pal. Arguably with some assistance for myself, but still, very impressive. I took the liberty to install a small back door into the Menshen OS. Kira knows, but she can't remove it without destroying the gate. It's the sole reason you and I are still alive. There's nothing like a bit of mutually assured destruction to bring a corp to heal. No need to thank me, bud. Join me in Terra Line instead. Level 72 now. Ну я тебе сказал, что это конец игры, дядь. Я тебе сказал. Ну это такая хуйня, это пизда мусор. Официальная мусорная помойка. Официально, нахуй. Это официально, блядь. Вот сука, кроме графики в этой игре вообще ничего. Это дресня говна, нахуй. Вот я официально, блядь. Дресня говна. Это, блядь, такой дрочи, блядь. Я не знаю. Блядь, сука. И сам, ты понимаешь, то есть ты вдумайся, вот просто как они балансировали. То есть мы просто продрочили уровень, мы апнули хилку и потом прошли. И да все, нахуй там вообще прокачка, обилки. Мы даже не смогли прокачаться под конец вообще. Ну, блядь, ну это же вообще пиздец. Это просто пиздец. Да, о, нихуя себе еще. Что это, этот, логотип Сбера, что ли? It seems the gate prototype suffered a catastrophic malfunction and was destroyed. I'm not surprised. It was a pipe dream to begin with. What of our losses? Significant, but within projections. Unfortunately, we lost the AGI imprint credentials, but the gate itself was more stable than we've seen before. The Ascent Group, however, will likely never recover. We don't need the Ascent Group. Get the telemetry over to the other facilities, but tell no one about the other side. I'll communicate with our benefactor. As always.
очень интересно, в скобочках нет. И что, не, ну... Нет, я вопрос, если бы это было бы не конец, то я бы что такой, ладно. Но это конец, блядь. Реально. Что, у меня заставка зависла, блядь. Чего? Не, у меня не зависло. Это грузит? У меня грузит, да. Ну просто долго грузит, ну да. Значок вращается внизу, в нижнем правом углу. У тебя не вращается? Нет. А, ну да, да, да. Ну все. У меня карта просто появилась, как будто, блядь, зависла. Ну все, да. На... У меня опять этот баг.